А мы идем к генеральному директору Акчулакову Булату Ураловичу. От него мы и узнаем все самое интересное о предстоящем форуме. Созидая энергию будущего, то есть это попытка, еще одна попытка собрать экспертов со всего мира, ученых, политиков и руководителей компаний мировых, которые хотят высказаться о своем взгляде, как же все-таки будет развиваться этот сектор. И каждый будет говорить, наверное, о том, что его беспокоит, потому что сама по себе энергетика, она мало того, что по типу разделена, там, скажем, условно, угольная, газовая генерация, атомная энергия, возобновляемая, солнечная, ветровая, но и от условий в той или иной страны каждой, потому что это географически тоже имеет значение. В связи с этим попытка, как в целом в рамках Экспо, так и в рамках нашего форума, найти какие-то ответы на эти вопросы.